Нам объясняли на физике, что элементарные частицы находятся в непрерывном движении. Их единственная судьба — встретиться и раствориться друг в друге. То же самое происходит, когда два человека влюбляются. Я ждала тебя весь вечер. Прости, задержался на тренировке. У меня тоже полно дел, но я нахожу время для тебя. Как успехи? Ты опять не дотянул? Да, знаю. Такими темпами ты не поедешь на соревнования. Я вижу, как ты напрягаешься, но это будет моя победа. От компании, подарившей вам франшизу после. Приехала к Стиву, не знаешь, где он? Я ему не нянька. Пойдем, покажу тебе город. Окей. Неожиданная близость. Куда ты меня ведешь? Просто доверься мне. Незабываемая ночь. Ты веришь в любовь? Да, верю. Но я ее не хочу. Вивиан! Ты помнишь, что произошло той ночью? Что-то важное. Не могу вспомнить. Влюбиться без памяти. Ты ни в чем не виноват. Она уверена, что была со Стивом в ту ночь. И Стив говорит то же самое. Что на мне было надето? Я этого не помню. Никогда себя не прощу. Что произошло между вами в ту ночь? Выбрать сердцем. Отвернись. Они оба морочат тебе голову. И если ты не вспомнишь, они разобьют тебе сердце. Тебя же со мной не было! Почему ты лжешь? Белла Торн. Прости, я хотел сказать правду. Бенджамин Масколо. Ты тонешь в омуте лжи. Проснись! После пробуждения. В кино с 23 сентября.